Друзья, всем привет! Стены мне придется перекрашивать. Я не пойму, почему так получается, что когда я развожу краску и в ведре она выглядит серой, когда я наношу ее на стену, стены выглядят белыми. Почему такой оптический обман? В общем, я не выдержала, я сюда добавила еще черного колера. Ну, то есть, вы сами видите, смотрите, стены, но это то же самое, что как будто бы я побелила их побелкой. Понимаете, меня это вообще никак не устраивает. Я хочу, чтобы все стены были серо-стального цвета. У меня не выходит. Я вам сейчас покажу ведро с краской. Вы увидите, что цвет здесь серый. Объясните мне, как такое может быть? То есть, вот, это та краска, которую я нанесла на стены. Посмотрите, вон под окном, как она смотрится. Она смотрится белой. Белый, чуть-чуть такой грязновато-белый. Я вчера покрасила половину стены, но вот у окна специально просто пробовала, как будет смотреться окно на фоне этой краски, хотя она вот здесь еще не заделана. Ну, просто для того, чтобы, так сказать, заценить весь внешний вид. Но когда я поняла, что мне все это не нравится, я на полдороги бросила. И теперь вот собираюсь провести еще эксперимент, собираюсь еще больше зачернить белую краску, потому что мне нужен серо-стальной цвет. Друзья, я знаю, если вы мне сейчас начнете писать, что на колере написано, сколько нужно добавлять его в краску, чтобы получить искомый, желаемый результат. Все я знаю. Я и смотрела на колер. Там вообще написано, что 1 к 40 надо разбавлять, чтобы получилось то, что я хочу. Но, как видите, даже близко, не родня. И где вообще тут черный цвет? Такое чувство, что он куда-то девается в этой краске. Вообще, я, получается, перевела полбанки краски просто так зря, потому что не нравится мне этот цвет, хочу серый. Друзья, расскажите, я знаю, что многие замешивают это все профессионально, но мы живем в деревне, мы все делаем по старинке сами. Привыкли, понимаете, привыкли. Привыкли делать сами, а потом получаются вот такие мучения. Друзья, ну, в общем, вот, я... Затемнило, еще больше затемнило. Хочу посмотреть, как это смотрится. Вот такой цвет мне нужен. Вот пока он мокрый, вот такой цвет я хочу. То есть получается, что нужно, наверное, добавить еще сюда черной красочки. Потому что, скорее всего, когда высохнет. Но я теперь умная. Я теперь не буду красить всю стену. Я теперь покрашу вот так кусок стены. Сейчас еще вот такую полоску около окна. И посмотрю, когда высохнет, как это будет смотреться. Потому что столько сил, как я вчера потратила на эти стены, а потом мы еще резали свинью, которая меня вообще уканала, из-за которой я не вышла вчера на стрим, ну, потому что, друзья, я устала. Я свиньями не занималась уже, наверное, лет 20. Говорю вам абсолютно серьезно. Мы не выращивали свиней очень давно. Зарезать ее – это одно, но ее же потом надо обделать. Обделать так, чтобы мясо было удобно поедаемое, я бы так сказала. Ну, те люди, которые знают, что это такое, им про это рассказывать не надо. Чё? Тебе мясо не надо, кстати, свинью домашнюю? Бери. Мясо не надо. Друзья, кто первый раз на моем канале, я крашу свою летнюю кухню. Недавно вот сюда поставила окно. Вот эти вот, не видно вам, наверное, не, в общем, короче, не попадает в камеру. Здесь еще будет такой, ну, такой небольшой навесик, вот до сюда, прям буквально полметра, на три плиточки. Вот, для того, чтобы сюда не лил дождик. И вот после того, как я сюда поставила окно, там у меня русская печка, там все дела, там у меня солилась капуста и солились баклажаны. Пока не показываю, пока не будет результатика. Вот. И собираюсь я еще посолить капусточки и заквасить морковь. Между прочим, друзья, как вы считаете, кстати, нормальный этот цвет будет? Вот здесь еще мазнем, посмотрим, что получится. Еще знаете, что вам хочу сказать, дорогие друзья? Деревенский ремонт, деревенский пейзаж – это не то, что городской ремонт. Мы здесь, знаете, пытаемся обойтись малыми силами и дешевыми средствами. Вот, краску я купила в Оби. Ну так вот, пока я все это дело заквашивала, баклажаны, капусту, мне там люди написали комментарии, между прочим, я ее не заквашивала. Заквашивание – это... тот момент, когда капуста квасится в собственном соку. Это и есть заквашивание. А то, что я делала, заливала рассолом, это называется соление. Если это относится к яблокам, то когда заливаешь их рассолом, то это называется мочение, моченые яблоки. Огурцы соленые, но это тоже у нас соление. А вот капуста квашеная, но это только в том случае, если в собственном соку. Если, как у меня,
в рассоле, кстати, она классная, просто шикарная, то это называется солением. Но и так как люди мне понаписали кучу комментариев, вот, то я хочу теперь заквасить капусту. Я не знаю, кому это, правда, будет интересно. Но вы знаете, между прочим, вот казалось бы, сейчас очень мало людей квасят капусту. Я вам говорю это абсолютно серьезно. Я это делаю вывод, знаете почему? Вот казалось бы, сейчас в магазинах есть и апельсины, и мандарины, и огурцы, и помидоры свежие зимой. Но все-таки люди идут и берут на рынок квашеную капусту. У нас она стоит 100 рублей за килограмм. Вот, квасят все по-разному, и у каждого как бы человека есть свои клиенты. Те клиенты, которым нравится именно тот способ заквашивания, который он делает. Я сама иногда беру квашеную капусту, когда мне вот очень хочется, а квасить как бы лень. Ну, то есть мы уже, конечно, все облошадились. Вот, ну, не нравится нам самим этим заниматься, хотя, на самом деле, заквасить капусту, вот как раз плюнуть. И я вспоминаю вот эти вот, может быть, помните, кто постарше, овощные магазины, и там стояли ванны с заквашенными солеными овощами. Зеленые помидоры, красные помидоры, соленые огурцы, у нас были соленые баклажаны, у нас была соленая морковка. И вот именно соленую морковку я хочу для вас сделать. Я больше чем уверена, что вы не знаете, что морковку тоже можно солить, либо квасить, выбирайте уж как, ну, квасить ее по-любому невозможно, потому что в своем собственном соку ничего не получится. Солит ее, конечно, водой. У меня мама ее брала, терла на терке, и с подсолнечным маслечком был такой салатик. Я не знаю, я почему-то помню этот вкус с детства, и я хочу его повторить, хотя я его не делала с тех пор ни разу, только ела. А перец болгарский мы квасили во флягах, квасили болгарский перец. Вы знаете, что плохо? Вот когда ты его кладешь, ну, он же такой пузатый, а когда заквашивается, он, получается, вот так вот слипается в портянку, и получается, что этого перца там, ну, прям на донышке фляги вот так выходит. Но он вкусный, мы ели, я помню, мы съели всю флягу. Так, ну что, пусть сохнет. Неужели опять начнет светлеть? Ну что, мне туда вообще весь черный колер вылить? Ну, смотрите, вот так будет выглядеть двор. Часть цветов я высадила, а часть еще нет. Ну, вот я еще раз говорю, хочу проверить стены, серые стены. Кроме того, у меня сломался вчера пульверизатор. Не знаю как, но я когда накачивала в него воздух... Да, кстати, для чего мне пульверизатор? Я им распыляла грунтовку. И вот так накачивала туда воздух. И, в общем, когда я что-то отвлеклась, накачивалась, там... По-моему, выскочила какая-то штука. Какая, я понять не могу. Но дело в том, что теперь, когда я нажимаю на кнопку, у меня вся жидкость выливается вот через это. Вот отсюда, понимаете? Не отсюда, откуда все это должно выбрызгиваться, а отсюда. И мне, похоже, нужно покупать, хотя он новый. Он стоит 300 с чем-то рублей, кажется. Им очень удобно грунтовать стены для того, чтобы краска меньше впитывалась. Вот такие, друзья, дела. Да, и я вам собиралась рассказать про свинью. Ну так вот, про свинскую свинью. После того, как ее зарежут, ее палят от щетины. Мы это делаем такой газовой горелкой. Можно паяльной лампой, но мы это делаем газовой горелкой. В общем, нормально получается. Мы одно время пробовали палить свиней соломой. Вы знаете, мне не нравится, потому что от того, что ты ее палишь в соломе, у нее приобретается такой копченый вкус. Копченый. Оно как бы копченость хорошо, когда...
их немножко и в охотку. Но когда вся свинина воняет копченым, в общем, мне это дело не нравится. Не нравится мне, короче говоря, соломой. Вот, и после того, как два раза ты опалишь ее щетиной, это называется зачернить, потом ты начинаешь эту свинью скоблить. Если туша большая, то можно это делать мотыгой. Ну, то есть, да, натуральной мотыгой берешь и вот так вот снимаешь всю эту черноту. Мы же это делали вчера ножами. Ну, в общем, я еще раз говорю, что-то она меня прям уканала. Уканала настолько, что я вчера не пошла на стрим и смотрела весь вечер «Великолепный век», потому что у меня настолько вчера не было энергии, а я же должна делиться ею со зрителями, что у меня просто было нечем поделиться. Вот так вот, дорогие друзья. Сейчас пойдем посмотрим. Да, свинья моя вышла 48 килограммов. Мы ее завешивали без головы, то есть чистым весом 48. Вот, и я хочу пойти посмотреть, какого же числа я ее вообще купила, этих поросят, чтобы посмотреть, насколько они у нас выросли. Да, Бобик? Рыжик? Пошли. Друзья, ну вот так выглядит моя свинина 48-килограммовая. Я сейчас хочу пожарить стейки. Честно говорю, я не люблю стейки, Стейки вырезаются вот отсюда, это внутренняя мышца. Вот здесь, в поясничной части свиньи и говядины, есть такая мышца. Вот я ее порезала на части. То есть, так как она не используется для движения, то, соответственно, она очень мягкая. Но мне она не нравится. Мне кажется, она вообще безвкусная. Но не люблю. Мягкая. На любителя. Я знаю, что многие любят вот этот говяжий стейк. Не знаю, мне не нравится на вкус. Но как бы я не навязываю свое восприятие. Просто для того, чтобы по-быстрому сделать мясо. Я делаю вот так, больше ничем не заморачиваюсь и никак не заморачиваюсь. Моя задача сейчас отрезать вот здесь ровные такие куски для того, чтобы посолить сало, брюшинку. Брюшинку надо нам посолить вот таким образом. Мясо у нас отвисело. Отвисела целую ночь в холодильнике. Вот такая грудиночка у нас будет, брюшиночка. А вот здесь уже, конечно, грудиночка. Но вот здесь, чтобы ее разделать, для того, чтобы коптить, здесь нужно рубить топором. Все это мясо я собираюсь оставить себе. Какое на тушенку, какое на копченые продукты, какое на колбасу. У меня уже солится в холодильнике говядина. Сейчас я вам покажу. Уже третий день она там лежит для того, чтобы добавить в нее свинину и сделать колбасу. Но вот из этой части, еще раз говорю, ребра у нас, ребра и грудинка у нас пойдут на копчености. А мясо, мясо мы возьмем с другой части для того, чтобы колбаска наша была вкусная. Вот такой есть электрический гриль у меня. Я им пользуюсь очень редко, чрезвычайно. Но сейчас вспомнила, что, наверное, время пришло. И мы сейчас сделаем в нем мясо. Ну, то есть, такие вещи есть, конечно, у многих. Хвастаться тут не приходится. Мне очень нравятся вот такие баклажаны. Я заквасила их одновременно с капустой, но показывать пока не стала. Посмотрите, вот так они здорово выглядят, с такими с вяленными помидорами, со всякими специями, с кинзой, с острым перцем. Дня через два будем пробовать. Это на самом деле очень вкусный рецепт, причем я его делаю немного не так, как видела в интернете. Друзья, нет, но самое интересное вы посмотрите. Опять стена белая. Нужно еще больше чернить. Вот, смотрите, полосу я вот здесь сделала. Опять белая стена. Но это вообще просто безобразие. Я хочу серую. Серую я хочу. Видите, совсем чуть-чуть отличается. Эх, когда я покрашу эти стены. Все члены моего стройотряда стоят на месте. Поедают корм, как видите. Выбирают. Вы знаете, им на сухом сене лучше, чем у нас на пастбищах. Потому что на пастбищах нет того, что у них в яслях. Очень плохая трава. И муж у меня опять цепляет косилку и поедет искать счастье. Вернее, он его уже нашел. Сейчас завел машину и поедет смотреть, где удобнее будет косануть. Эх, мне жутко не нравится, как у него сделаны кормушки. Но еще раз говорю, друзья, на базах я не хозяйка.
не хозяйка. Его устраивает, что корова вот так вот передними ногами топчет сено. Что я могу сделать? Я уже говорила, что корова, то, как они содержатся, это заслуга моего супруга. Ну, нравится ему косить. Вот такая подстилка под ними. Вот это чудо никто не покупает. Представляете, даже не звонят, ни одного звонка нет. Вообще ни одного. А кормить мне ее невыгодно. В общем, я не знаю, куда ее деть. Может, подарить кому-нибудь. Ну, только это ж не кошка. Это ж не городские жители, которые восхищаются лишними животными. Такие подарочки в такое время, друзья, это обуза. Ее надо кормить, за ней надо ходить. Ей нужно взять где-то молока. Поэтому к таким подношениям надо относиться очень осторожно. Не каждый возьмет такой подарочек. Пока я ходила, так, что здесь? Вот что в моем гриле. Ну, я так думаю, что уже, наверное, прожарилось. Будем есть с домашним хлебом, который я испекла вчера. Ну, баклажанчики, может, попробуем. Все-таки один я достану. Они у меня почти доведенные до готовности. Прежде чем я положила их квасить, я их почти довела до готовности. Дел на самом деле очень много, потому что с мясом, сами понимаете, какая-то она у меня пропаренная получилась. А, нет, не вся. Потому что с мясом нужно еще расправиться. У меня еще лежит голова, ноги. Кишки я буду брать со следующей свиньи. С этой не стала. Так, ну что, я думаю, что можно снять пробу с нашей вырезки. С наших мини-стейков. Ну, конечно, они готовы. Даже можно сказать, что уже и пересохли. На вкус вкусно, но не сочное. Уже все. Надо было до меньшей температуры доводить. И я все-таки люблю более жирное мясо. Но если предположить вот такой вариант, вот с такой закусочкой, которая не готова, но тем не менее ее можно уже попробовать. Так, а это мы уберем на место. Друзья, сделайте себе. Пока еще баклажаны есть, и они сейчас не очень дорогие, их никто особо не берет. Купите баклажаны, сделайте себе вот такую закуску. Мне очень нравится. То есть у меня вот это можно есть прям буквально через 2 дня. Потому что баклажаны у меня такие мягкие. Я знаю, что многие делают, когда баклажаны такие полусырые, а затем квасят. Не знаю, может, боятся, что они развалятся. Вот смотрите, как это выглядит. У меня они такие мягонькие. И вот с этой заправкой, которую я туда кладу. Ой, друзья, обожаю. Серьезно вам говорю. Я, наверное, даже не буду ждать, пока они полностью заквасятся. Я сразу выложу вам рецепт. Потому что реально. Ну, не знаю, может быть, я баклажаны люблю. Вот так. Вот так, друзья. В общем, у меня на самом деле еще много дел со свининой. Надо вам сделать видео, потому что я по вам соскучилась, а вы по мне. Вот так вот проводим мы время в своем хуторе, в своей деревне. Всем пока!